Вот вы никогда не догадаетесь, из чего он. Этот чай из обычных лиственных деревьев и кустов. Это виноград, черешня, вишня, малина, яблоня. Существует секрет вкусного чая, а также для того, чтобы он имел насыщенный оттенок и аромат, нужна дополнительная обработка, то есть ферментация. Это непонятное для многих слово означает брожение. И только тогда чай приобретет цвет и усиленный аромат. Чай получается ароматнейший, приятный на вкус, вот я его уже заварила. Приятный у него цвет. Если просто высушить листья деревьев и кустарников, получится сено с непонятным цветом, вкусом и запахом. Цветы и ароматные травы, например, мяту, мелиссу, ферментировать не стоит. Также это относится к лаванде, чайной розе и другим цветам и ароматным травам. Ферментация ослабит аромат, поэтому такие травы и цветы лучше сушить по старинке. А вот листья садовых деревьев и кустов отлично подходят для ферментированного чая, и он получается очень вкусный и полезный. Для ферментированного чая можно срывать практически все листья садовых деревьев и кустов. Например, яблоня, слива, груша, айва, листья винограда, листья земляники. Вот, пожалуйста, листья винограда, вишни, черешни, смородины, малины, яблони. Собранные листья мелко рву. Можно нарезать ножом, кому как удобно. Измельченные листья промываю под проточной водой. Выкладываю листья на полотенце, для того, чтобы стекла лишняя влага. Можно это сделать прям вот так и хорошо-хорошо промокнуть. После того, как убрали влагу, оставлю листья вялиться в тени до тех пор, пока они не станут мягкими. Выкладывать лучше в один тонкий слой, для того, чтобы листья не заплесневели. И оставляю листья в тени в хорошо проветриваемом помещении на 3 часа. Посмотрите, прошло время, листья стали мягкие. Теперь нужно запустить процесс брожения. Для этого нужно, чтобы листья пустили сок. Есть два варианта. Беру листья в ладони и начинаю скручивать, пока не начнет выделяться сок. Но если в больших количествах, то это, конечно, будет трудоемкая работа. Поэтому беру блендер или мясорубку и перекручиваю листья. Вот погружной блендер отлично справился с этой задачей. Получилась вот такая вот сочная масса, которая еще пахнет листвой. Кстати, листья очень сильно красят руки, поэтому одевайте перчатки. Выкладываю листья тонким слоем. Я уже намочила полотенце, осталось укрыть листья мокрым полотенцем. Оставляю листья под влажным полотенцем для процесса ферментации на 8-10 часов. Ниже 15 градусов или выше 30 градусов ферментации не будет, или она будет слишком слабая, и это будет происходить очень долго. Имейте это в виду. Время от времени сбрызгиваю полотенце из пульверизатора водой, так как за 10 часов полотенце может высохнуть. Чай пролежал под влажным полотенцем всю ночь, сейчас уже утро. Посмотрите, какой он стал. Он изменил цвет и запах. Он приобрел совсем другой запах с фруктовыми нотками. Так как он пролежал всю ночь под влажным полотенцем, осталось его высушить. Сушить я буду в помещении при комнатной температуре. Чай высох, я его сушила при комнатной температуре и периодически перемешивала, чтобы он не портился. Можно по желанию воспользоваться электросушилкой, этот вариант будет намного быстрее. Готовый высушенный чай убираю на хранение в стеклянные баночки с крышками. Чай получается очень ароматный. Давайте заварим и посмотрим, какой получился чай. Посмотрите, я его только заварила, а он уже какой насыщенный. Дам ему немного постоять. Аромат на всю кухню, то, что надо. Даже не скажешь, что это чай из листьев деревьев и кустов. По запаху на травяной чай он совсем не похож. Этот чай ферментированный пахнет фруктами и медом. Экономно и полезно. Если вы планируете добавлять листья других лиственных деревьев и кустов, смотрите в интернете, пригоден тот или иной лист или нет. Самое главное, перед тем, как будете отправлять чай на хранение в закрытую банку, убедитесь, что он высох полностью. Иначе он в банке может потом испортиться, заплесневеть, если он будет не до конца высушен.
Готовый ферментированный чай можно смешать с высушенными естественным способом, лепестками цветов, бутоном, кусочками сухих фруктов или добавить мятные нотки с помощью сухой мяты или мелиссы, добавить ромашку, ноготки, календулу или чернобрывцы. И чай заиграет новыми красками и ароматами. Экспериментируйте и выбирайте каждый для себя свой неповторимый аромат и вкус, который будет согревать в длинные зимние вечера. Подведу итоги, и это, наверное, самая информативная часть этого видео. Польза листьев лиственных деревьев и кустов, которые я использовала для приготовления этого ферментированного чая. Лист смородины богат витаминами, содержит аскорбиновую кислоту, марганец, медь, полезен при простуде, восстановлении силы, препятствует старению, защищает клетки организма, улучшает состояние при бронхите, ангине, снимает охриплость. Людям пожилого возраста поможет сохранить зрение и нормализовать деятельность сердечно-сосудистой системы. Листья смородины снижают артериальное давление, мягко расширяют сосуды, убивают дизентерийную палочку, полезны при мочеполовых болезнях, помогают работе легких, обладают противовирусным действием, эффективны при сахарном диабете, положительно влияют на желудочно-кишечный тракт и нормализуют работу печени. Противопоказания: индивидуальная непереносимость и листья вишни. Богаты фолиевой кислотой, листья вишни будут полезны практически каждому организму, полезны для ослабленного иммунитета. Вишневые листья заваривают как чай, это поможет при цистите, болезнях почек, простудных заболеваниях и ангине. Листья обладают мочегонным эффектом, выводят токсины и тяжелые соли из организма. При болезнях суставов облегчит состояние. Противопоказания: при умеренном употреблении листья вишни не оказывают негативного воздействия на организм. Листья яблони полезны при отеках, кашле, хрипоте, проблемах мочевого пузыря. Обладают противовоспалительным и противомикробным действием. Лечат гастрит и боль в желудке. Оздоравливают кожу, снижают холестерин, помогают от бессонницы. Яблоневые листья универсальные, и каждый, кто внесет в рацион этот продукт, принесет огромную пользу организму. Листья винограда богаты витаминами, минералами, железом, кальцием, магнием. Если ничего не хочется готовить из этого продукта, просто съешьте 5-6 листочков. Виноградные листья помогают от отеков и венозной недостаточности, улучшают кровообращение, содержат кальций для зубов и костей, замедляют старение. Противопоказания к употреблению листьев винограда нет, если знать меру. Листья черешни. Черешня – это та же самая вишня. И вот посмотрите, пока я рассказываю про листья, какой уже стал насыщенный цвет. Аромат я просто не могу передать словами. Какой на кухне аромат? Но больше всего аромат, когда чай сушится. Значит, листья малины. Они полезны при сахарном диабете. Листья малины снижают температуру, очищают организм от токсинов, уменьшают тошноту, активируют иммунную систему организма и ускоряют лечение насморка.